сегодня присутствует Давид Григорян, врач высшей категории, челюстно-лицевой хирург, владелец нескольких медицинских заведений. Я считаю, то, что не нужно приписывать Давида к Яне, а Яну к Давиду именно после свадьбы, то, что они где-то проводили время, потому что мы все вместе действительно должны были ехать в караоке, потом Яна куда-то делась. Мы знаем Давида, и не первый день я его знаю. Вот, это порядочный человек. Этот человек многое чего добился в жизни. У него там к 45 лет, у него там несколько клиник. Пиариться за счет Азиза абсолютно нет никакого смысла. Азиза — это не маркетинговый проект.